6 июня в выставочном зале Музея истории и культуры города Новополоцка состоялось открытие выставки работ студентов кафедры архитектуры Полоцкого государственного университета «Новополоцк-2013», приуроченной к 55-летнему юбилею города. На мой взгляд, выставка получилась очень удачной. Экспозиция красивая и такая, можно сказать, эстетская. Вот. На данной выставке представлены студенческие работы и работы преподавателей, которые преподают на кафедре архитектуры и на специальности дизайн. Юбилей города, юбилей университета, юбилей нашей кафедры. То, естественно, что хочется показать все лучшее, что мы достигли за этот период. Вот для меня, как для преподавателя, это очень радостное событие, и я счастлив и доволен, что вот могу принять участие в такой выставке. С работами наших студентов вы можете ознакомиться до 25 июня в выставочном зале Музея истории и культуры по адресу улица Юбилейная, 1. Выставочный зал работает с 10 до 18, без выходных. Приходите, не пожалеете.